Если вы хотите перевести ваш телефон на немецкий интерфейс, тогда вам понадобится знание этих слов. Во-первых, что мы можем сделать с сообщением? Само сообщение имеет много синонимов. Рекомендую их запомнить, выписать прям отдельным таким блоком себе на один листик, чтобы они у вас были в ассоциациях, что это одно и то же, просто разными словами. Во-первых, это SMS, как бы small mitteilung. От глагола mitteilen – это кому-то что-то сообщать. И теперь само сообщение – это die mitteilung. Первое значение. Второе, также как бы в качестве новостей мы можем использовать слово Nachrichten. Опять-таки то, что кому-то сообщать, die Nachrichten, чаще всего в телевизоре или в газете по радио мы получаем. Следующий, третий синоним, это die Sendung. Senden – отправлять, посылать, и теперь Sendung, ну как бы послание, опять-таки новость, которую мы получаем. Это тоже сообщение, это тоже новость. Это был третий синоним. И четвертый можно еще взять die Neuigkeiten, да, того, что мы что-то узнаем новое, neu. И теперь Neuigkeit – это новость. Опять-таки наши гаджеты, по-немецки это Medien, дают нам возможность получать информацию. Давайте еще раз повторим, как же будут сообщения, новости, что-то интересное, формат, который мы узнаем из Medien. Medien – это все средства массовой информации. Die Nachricht, die Sendung, die Mitteilung, die Neuigkeit. Tschüss, пока-пока!